начало разрабатываться после закрытия проекта тяжелого танка «Лёв» с марта 1942 по июль 1944 года. Фирма «Круг» должна была построить 141 единицу данной техники, но бомбардировки военно-воздушных сил Великобритании помешали этим планам. В 1943 году в ходе воздушной битвы за заводы «Круг» были нанесены серьезные повреждения. Вследствие этого производство танка «Маус» было невозможно на протяжении 8 месяцев. Когда инфраструктуру все же восстановили, заказ был сокращен со 141 машины до комплекта данной башни. Если бы не регулярные налеты британской авиации, срывающие работу военных заводов, вполне возможно, что «Маус» был бы изготовлен крупной серии еще до принятия на вооружение и даже использован на фронте. Мам, смотри, ручку на себе можно носить. Вчера, слушай, я тебе сейчас, ну, я снимаю видео, понял? Так, тихо, я сниму, потом тебе показываю. Так, так, во-первых, у нас резной кварцевый блок, так, это клеер у нас что-то... Начнем вот.